Папа у меня родился 10 сентября 20 года в деревне Ивашкино. Его родители переехали из Татарии в 18 году. Там они обосновались, занимались сельским хозяйством. Отец очень рано был приучен к работе. Разговаривать мы начали вот о войне уже, когда мы стали постарше. Потому что папа работал в райкоме партии, ему всегда некогда было. Разъезды были обычно всегда вот весной, осенью, посевная, уборочная. Он всегда говорит, вот у меня очень хороший был ангел-хранитель. Два раза в жизни его вот так получилось, что его жизнь у него была спасена. Первый раз, когда они на грузовике ехали, остановились, впереди увидели такой же грузовик, как у них, резисы были. И когда выяснилось, что эти немцы, они стали, значит, стрелять, и вот спасла их то, что у них в кузове была катушка. А второй раз вот его так вот очень, это, который он очень хорошо запомнил, когда он налаживал связь с катушкой, он в лесу встретил ребят, которые выходили, солдаты наши выходили из окружения. Ну, остановились, разговаривали, значит, те развели костер. Ну, и папа в сторонку ушел там. И в это время произошел взрыв. Оказывается, костер развели на мине. Знаете, вот я как-то вот никогда не думала, как вот они, вот у них все-таки вот эта вот фронтовая дружба. А вот когда в 82-м году я съездила с ним на встречу ветеранов, вы знаете, вот там только я поняла, что такое фронтовая дружба и фронтовое братство. Какая-то вот гордость была, то, что вот папу так это приняли и всегда за ним ухаживали, его вот везде, без него никуда не уходили. На встрече был генерал Бриккель, вот. По боевым местам ездили.